Обыкновенный лук содержит несколько активных биохимических компонентов и проявляет различные фармакологические свойства. О старейшем использовании лука сообщалось из манускриптов Древнего Египта, где он использовался из-за его антимикробных, противовоспалительных и других лечебных свойств. В древних времен он также был признан эффективным средством лечения заболевания желудка, инфекции горла и гепатита. В китайской медицине чай из лука обыкновенного использовался против лихорадки, головной боли, холеры, дизентерии, простуды и артрита. Это растение также использовалось как противогрибковое, противоопухолевое, противовоспалительное, антиоксидантное, спазмолитическое, противомикробное, антимутагенное, противодиабетическое, антиагрегатное и противосматическое средство. Кроме того, лук проявляет антимикробные, антитромбические, антигиперлипидемические, антиартритные, антигипергликемические, антиканцерогенные свойства. Длительное употребление лука оказало профилактическое воздействие на частоту сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных расстройств и образования катаракты. Другие фармакологические свойства, показанные для этого растения, включают улучшение функции почек, а также глистогонное, афродизиакальное, ветрогонное, возбуждающее и отхаркивающее действие. Кроме того, он благотворно влияет на дисменорею, головокружение, обмороки, мигрень, раны, шрамы, килоиды, боль и отек после укуса пчел и ос. Также он используется для лечения синяков, боли в ухе, желтухе и прыщей.